Общественная приемная продолжает свою работу. Здесь ждут людей с вопросами и тех, кто желает внести свой вклад в социально-экономическое развитие района. У кого есть созидательные идеи, предложения и инициативы? Позвонив или оставив свои предложения и инициативы, люди уверены, что они будут услышаны, а в решении некоторых вопросов им, конечно, оказывают содействие. Поступают телефонные звонки не только с вопросами, но и с благодарностью за помощь, которую оказывали в решении тех или иных вопросов. Если к нам поступают вопросы, и мы не можем их решить на местах, мы эти вопросы, конечно, переадресуем тем службам, которые могут оказать содействие в решении этих вопросов. Задать волнующий вопрос можно с 12 до 14.30 и с 17 до 19 лично или по номеру телефона, который вы видите на экране, по будням и в субботу с 10 до 2 дня.